Суд города Полярного признал виновными двух жителей города воинской славы. На протяжении 3 лет руководивших одним из отделений запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Еще в 2017 году Верховный суд признал деятельность религиозного учреждения экстремистской. Однако некоторые последователи организации букве закона не подчинились и не прекратили миссионерскую и другую активность, в их числе и несколько жителей Полярного. Встречи проходили в том числе с использованием видеосвязи. Свидетели Иеговы для религиозных мероприятий собирали целые офлайн-конференции. Вот только участие в таких церемониях оказывалось платным. Также подозреваемые активно собирали с участников секты пожертвования. Подсудимые вину не признали, показания давать отказались, однако свою причастность к религиозной конфессии свидетели Иеговы отрицать не стали. Суд назначил мужчинам наказание в виде штрафов в размере 300 и 350 тысяч рублей.